Республика Беларусь – государство, расположенное в центральной части Европы, площадью 207 600 квадратных километров. Столько вместе занимают Дания, Швейцария, Бельгия, Израиль, Армения, Черногория, Ямайка и Кипр. Численность населения нашей страны составляет почти 9,5 миллионов человек, 140 национальностей. Большая часть населения проживает в городах. Только в Минске свыше 20% белорусов. Сейчас наша столица занимает 10-е место в Европе по числу горожан. В Беларуси один из самых высоких показателей рождаемости в регионе. Каждый день на свет появляется в среднем 325 младенцев. Самые распространенные имена маленьких белорусов – Артем и Лиза. Государственные языки – белорусский и русский. В классификации ЮНЕСКО белорусский язык занимает второе место по мелодичности, уступая лишь итальянскому. Откройте Беларусь для себя.